Ну, о нарушениях в сфере предпринимательской деятельности говорили сегодня в администрации столицы на собрании профильной межведомственной комиссии. Баннеры и у магазинов с надписью 18+, с предупреждением о вреде чрезмерного употребления алкоголя, могут счесть за рекламу, считают члены комиссии. Они также обсудили проблемы нестационарных торговых точек, незаконной перевозки людей и несанкционированных рекламных информационных конструкций. Как сообщила в своем выступлении главный госинспектор УФАС Республики Любовь Егорова, вывески и баннеры с надписью 18+, а также с изображением виноградных гроздей, бутылок и пивных кружек создают контекстную рекламу. Тем самым они нарушают нынешнее законодательство. Нарушители используют при распространении данной рекламы товарные знаки, этикетки, средства идентификации, значит, алкогольной продукции, что также нами признается как реклама алкогольной продукции. В последнее время стали очень часто использовать надписи предупреждающего характера: чрезмерное употребление алкогольной продукции вредит вашему здоровью. Данный контекст, он сразу определяет, что это реклама алкогольной продукции, потому что другие напитки не вредят как бы здоровью. Да? Поэтому мы приходим к выводу, что данная информация, хоть и завуалирована, но она относится к рекламе алкогольной продукции. Однако не все согласились с доводами представителя антимонопольной службы, посчитав, что такие баннеры предостерегают людей, а не рекламируют продукцию. В результате пришли к мнению, что к этому вопросу нельзя подходить шаблонно, необходимо рассматривать каждый случай индивидуально.